Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Не знаю, насколько хорошая сегодня у нас будет картинка, так как снимаю на балконе, и свет здесь падает. Вроде как хорошо, но немного прикрыла жалюзи, потому что иначе картинка будет совсем засвечена. В общем, суть не в этом. Мы сегодня с вами будем распаковывать мой заказ интернет-магазина Духи РФ. Я вам уже говорила сотни тысяч раз, и еще раз повторюсь, что с этого магазина я сама заказываю ароматы, я показываю просто... Потому что хочу, чтобы девчонки знали, откуда я заказываю тот или иной аромат, так как я делюсь своей коллекцией ароматами, то есть покупаю себе какие-то композиции и потом с девчонками делюсь, то есть как бы занимаюсь распивом, но именно из своей коллекции. Чтобы девчонки знали, откуда я приобретаю, чтобы они видели флаконы, распаковку, поэтому я все это и показываю. И также, чтобы вам было это актуально, откуда, что я приобретаю, потому что таких вопросов поступает очень много. Но это не реклама, то есть, как я и сказала, все это я покупаю за свои деньги. Так, вот таким вот образом здесь выглядит коробочка. У меня здесь один аромат и есть еще отливантики. Давайте с вами распакуем. Очень я надеюсь, что качество картинки будет нормальное. Так, все. Как мне распаковать-то? Тут взяла ножнички, а не нож. Прям при вас сейчас распакую, чтобы вы видели, как что приходит. С этого магазина я давно заказываю ароматы. Не первый год и даже не второй. Уже, наверное, года три я точно заказываю там композиции. И как бы все нормально. Так, первое, что здесь встречается, это накладная. И далее сам аромат. И здесь у меня пробнички от Леванты. Сейчас тоже вам все это покажу. Прям так нарву себе сюда. Оп. Еще здесь пробничек остался. Так, начнем сначала с того, что мне пришло в подарок. Мне нравится, что у них сейчас можно подарки выбирать самой. Я выбрала себе Prada Candy Night. Вот, Prada Candy Night. У меня есть также пробнички, полноразмерного флакона пока нет. Я подумываю о покупке, поэтому решила еще себе пробник взять, чтобы разносить еще лучше и решить. Также взяла себе Prada Candy Gloss. У меня есть полноразмерный флакон, но я решила взять, чтобы так с собой. Знаете, пробничек брать куда-то, когда идешь, допустим, в сумочку закинуть. Классно, удобно. Здесь, кстати, объем идет 1,5 мл. И также в подарок я себе выбрала, это у нас Guerlain, Mon Guerlain. А почему я выбрала этот аромат? Я вам говорила, что я выбирала либо заказать его, либо классическую версию, но это было давно, когда я делала заказ, уже неделя прошла. Ой, за это время у меня уже появился классический Mon Guerlain, и версию Intense я приобретать не планирую. Ну вот пробничек взяла в подарок. Буду носить тоже с пробника просто. И что касается здесь остальных ароматов, эти отливантики я взяла своему мужу, потому что он очень тяжело выбирает аромат, то есть ему сложно найти такую композицию, которая ему понравится, а здесь удобно, он поносит отливантики и решит, нравится ему или нет. У меня, в принципе, не любит аромат в больших объемах, потому что он быстро надоедает аромат, либо не то, и с собой он любит иногда флакон кинуть там в сумку и пойти. Поэтому вот, взяла ему. Первый аромат это Lalique Country Noir Sport. Я хотела классический этот Lalique взять, но не было отливантика, только полноразмерный флакон. Далее, следующий отливантик это Trussardi Amber Oud. Тоже заинтересовала. Здесь отливантики такие, давайте я вам открою, один покажу, чтобы вам было понятно, что тут. Во-первых, наклеечка у них отдельно вот идет, которую можно наклеить. И сам отливантик выглядит вот таким вот образом. Так, следующий аромат у меня это Trussardi Black Extreme. С этим ароматом я тоже абсолютно не знакома. Тоже будет разнашивать, пробовать. Так, следующий синенький такой от Levant, это Lalique Country Noir. И следующий, это я заказала ему Trussardi Uma. Мне нравится очень Donna. И вот это как парный аромат, 15 мл. Это у нас здесь не пробник, а именно миниатюрка. Давайте посмотрим, как она выглядит. Таким вот образом выглядит сама миниатюра. Вот, здесь наклеена. Мне не очень нравится, когда прям клеит так, если нет следы. Но то никуда не деться. И вот так вот выглядит сам флакончик. Он идет с распылителем. Распылять пока не буду. То есть муж сам это все открывает. Потом вам как-нибудь расскажу впечатление. Даже, наверное, видео может сниму о мужских ароматах. И расскажу вам про эти ароматы. Так, давайте это пока все уберем отсюда. И приступим к моей главной покупке. Это у меня La Maison de Vanilla бренд. Называется он Nuit и Salzburg Vanilla Tabak. Это ночь в Зальцбурге. Табачная ваниль. Так. Я его приметила, когда еще покупала первый аромат от этого бренда. Приобретала тот аромат я в золотом яблоке. Этот я, в принципе, тоже хотела купить в золотом яблоке. Но, к сожалению, в наличии нигде не было его.
именно для онлайн-покупки, а ехать золотое яблоко мне не захотелось, поэтому я взяла его на Духе РФ. Скажу, кстати, сразу, что касается стоимости, то тот аромат я покупала бюджетнее. Этот вышел мне гораздо дороже. Ну, можете, в принципе, сами пройти, посмотреть, сколько стоит этот аромат. Я сейчас не буду говорить, потому что не хочу быть голословной, так как цены меняются на Духе РФ каждый день. Знаю одно, что я его покупала не меньше 7 тысяч за этот флакон. Поэтому, если учесть то, что я брала предыдущий, намного дешевле, он до 5 тысяч, по-моему, стоил. То есть разница очевидна, но нигде не было этого аромата в наличии, поэтому я решила заказать его на Духе РФ. Итак, давайте распакуем. Так, здесь тоже наклеечка. Наклейку-то убираем. Как я люблю вот этот момент распаковки флаконов. Сейчас, кстати, смотрю на картинку камеры, саму картинку видео. Не очень мне, конечно, нравится, какая картинка получится, но не судите строго. Просто хотелось быстрее-быстрее распаковать и начать уже пользоваться. Так. Так, вот еще раз покажу, как выглядит коробочка. Все данные. Здесь вот что у нас написано. И вот таким вот образом выглядит сам флакон. Единственное, вот что-то он какой-то здесь немного покорябанный. Не очень это приятно. Поцарапанный. Как будто он поцарапался здесь внутри в упаковку. Уже, конечно, да, неприятно. Но это никак не узнать, пока не откроешь. Да, вот он какой-то весь зацарапанный. Да, не очень приятно. Так, это у нас вот так вот выглядит флакон. Сейчас я его нанесу сразу на себя. Я с ним знакома, но я его не скажу, что прям разнашивал. И скажу сразу то, что многие его сравнивают с ароматом от Тома Форда, табака ванила, табачная ваниль. Он очень, правда, похож на Тома Форда. Из тех ароматов, которые есть схожие с Том Фордом, на мой взгляд, это один из самых достойных. Ну, точнее, даже если взять в расчет его цену, то очень даже. Он приятный. Действительно есть и ваниль, и нота табака, но табак здесь не какой-то там, нету прям вот этого ощущения сигарет, дыма, нет. Такой красивый табак, также какие-то фруктовые ноты здесь ощущаются, очень приятный. Есть и терпкость немного в нем, но при этом я бы не сказала, что это какой-то мужской прям аромат. Возможно, мужчине тоже может понравиться. Но для любителей именно сладких ароматов, то есть если ваш мужчина любит сладкие прям ароматы, то, возможно, ему понравится. А так, больше для женщины. Но, опять же, я не скажу, что он приторно сладкий, но шикарное звучание. Действительно такое нишевое. То есть это не просто какой-то люкс, а именно такое нишевое звучание. Также сейчас ощущаю я ноту персика даже. Действительно, прям такие персики. Фрукты, ваниль, легкий табак. Шикарно. Девчонки, даже если вы не любите ароматы с нотой табака, и вас пугают такие композиции, где присутствует в пирамидах табак, то все равно присмотритесь к этому аромату, потому что здесь табачная нота очень такая нежная, то есть не вычурная, не яркая, очень такая сглаженная. И будет такой просто красивый-красивый еле уловимый табак в шлейфе, но ни в коем случае не будет ощущения прокуренности, какого-то чего-то неприятного. Нет, он такой окутывающий, но не душащий, не давящий, потому что такие ароматы ванильно-табачные часто давят, прям душат. Нет, этот звучит красиво, и да, это поистине хорошее. Я не скажу, что замена, потому что вообще, наверное, нехорошо. Может, так и сравнивать какие-то бюджетные такие замены, искать или аналоги, потому что аромат каждый по-своему хорош, по-своему индивидуален, неповторим. Но этот звучит очень-очень достойно, поэтому за его стоимость очень советую. Кстати, даже какая-то такая сейчас на мне нота немного ментоловая, что ли, проявилась, то есть какая-то свежесть от табака. Вот именно когда табак идет какой-то такой немного свежий, немного мятный. Или как будто бы добавлена жвачка какая-то мятная к ноте табака. Ну, в общем, как-то это все так завуалировано, обыграно, красиво. Очень мне нравится, прям хочется наносить и наносить его на себя. Классные девчонки, очень классно. Единственное, что с упаковочкой такая проблемка вышла. Но, опять же, так мы это никак не могли увидеть, пока бы не открыли коробку. Здесь вот все данные тоже, кому интересно. Классно, классно, девчонки, понравился мне этот аромат. Он мне изначально понравился, и сейчас
я тоже не разочарована, потому что тестировала его, наверное, где-то, может быть, пару месяцев назад, и тогда он мне понравился. Сейчас мне нравится он еще больше, мне кажется, сейчас еще больше его время подойдет, ну, как на осень, так и на зиму, мне кажется, даже в такое летнее время, если прохладное лето, то, может быть, даже и в жаркое, знаете, порой аромат так оцениваешь, на какое время, а он вообще показывает себя абсолютно по-другому и прям удивляет, как он звучит в разной погоде. Поэтому я в восторге, девчонки, конечно, буду еще пару дней его разнашивать, и потом сниму, возможно, отдельное видео либо про табачные ароматы, либо расскажу вам про два аромата, то есть про этот и про тот, который у меня уже есть этого бренда, то есть как бы сделаю такое видео о именно этом бренде. Поэтому обязательно ждите это видео. На этом я с вами прощаюсь. Встретимся с вами совсем скоро. Огромное спасибо вам за внимание, за подписки, за лайки. Мне это очень приятно. Если не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. И встретимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока.